Передвижной рентгеновский аппарат АРИС-МБ представляет собой универсальную установку для проведения рентгенографических снимков в реанимационных отделениях, в операционных, в палатах, в любом другом помещении в случае, если невозможно сделать снимок в условиях рентгеновского кабинета. Аппарат легко позиционируется для проведения рентгенографии. Поворот излучателя в боковом направлении – имеет диапазон от плюс 180 до минус 180 градусов. Угол наклона трубки отображается на гониометре, расположенном на корпусе излучателя. Простая шкала-индикатор поворота излучателя во фронтальном направлении отображает возможность поворота от плюс 103 до минус 50 градусов. Широкий диапазон наклона штатива излучателя от 38 до 201 см от пола расширяет диагностические возможности аппарата. Можно легко измерить фокусное расстояние с помощью встроенной рулетки. На корпусе излучателя расположены регуляторы для задания размеров рентгеновского поля под формат кассеты и кнопка включения светового индикатора. Световой индикатор размера рентгеновского поля помогает легко выставлять шторки коллиматора для проведения снимка в диапазоне от 0 на 0 до 43 на 43 сантиметра. На задней панели корпуса аппарата находится контейнер для кассет для удобства рентген-лаборанта. Ножная педаль фиксатор позволяет быстро и просто заблокировать перемещение аппарата. От включения аппарата до полной его готовности для проведения снимка проходит буквально несколько секунд. Консоль управления включает в себя сенсорный дисплей, функциональные кнопки изменения различных параметров и схематичный указатель автоматических программ по органам. Панель управления АРИС-МБ создана с учетом пожелания оператора, максимально просто и удобно. На русифицированном сенсорном экране типа тачскрин можно задать режим работы аппарата по трем точкам, то есть с заданием киловольт, миллиампер и миллисекунд, а также задать режим по двум точкам с заданием киловольт и миллиампер секунд. Также на дисплее отображается возможность использования большого фокуса трубки, малого фокуса, синхронизации с внешним растром, а также включения светового индикатора рентгеновского поля, дополнительно к имеющемуся такому же на излучателе. Нижний ряд кнопок на дисплее позволяет управлять дозиметром и работать с базой пациента. С помощью функциональных кнопок в ручном режиме всегда можно изменить параметры, заданные автоматически. С помощью сенсорного экрана можно легко внести данные пациента: имя, фамилию, пол, адрес и дату рождения. При наличии дозиметра и принтера можно распечатать эти данные вместе с полученной дозой пациента. АРИС-МБ имеет большое количество программ органавтоматики, которые легко можно выбрать с помощью схемы органов. Выбрав нужную область исследования, оператор может также откорректировать параметры в зависимости от возраста и телосложения пациента. При необходимости программы можно легко изменить как задаваемые параметры, так и название самой проекции.
широкий диапазон мощности ARES-MB 3, 4, 6 и 30 кВт позволяет подобрать для каждого учреждения оптимальный вариант исполнения. Наличие синхронизации с внешним растром позволяет использовать ARES-MB как стационарный аппарат и делать снимки с помощью традиционной вертикальной стойки.